Здравствуйте, гости моего канала и подписчики. С вами Александр. Сегодня хочу вам показать продвижение по мае. Вот получается, вот отшил еще лист, то есть вот так вот, вот руки, ноги. В первом видео я упоминал плюсы и минусы этого набора. Забыл про один большой минус. Это канва. На этой канве мало того, что когда вышивается полукрест, а полукрест здесь практически весь фон верхней части картины, вот в пределах вот аж вот до сюда. То есть вот, вот это все полукрест. Сейчас после стирки незаметно. До стирки было видно, что полукрест, может быть, плохая натяжка была на станке. Может быть, все-таки это канва. Но канва, конечно, вот, вот у меня крепление от клипс. То есть она сама по себе жидненькая, не обметанная. Так, допустим, вот как вот на доме. Вот. То есть эта канва меня тоже не устраивает. Ну, ничего страшного, то есть дошьем. Осталось ровно половина. Плюс бэкстич. Бэкстич я буду делать уже после окончания всего процесса. Вот на данный момент, что у меня сейчас получается. И также я хотел рассказать вам о своих предыдущих работах, о которых я упоминал в первом видео. Это коттедж от Даме. Вот такой вот коттедж. Для тех, кто смотрел канал моей жены Оксаны Ермаковой, вот она снимала отчеты по данной работе. Вот я как бы тогда еще немножко, так сказать, сомневался, снимать мне или нет, но так как многие спрашивали мужское мнение, вот я знаю, что на канале есть еще парни, которые вышивают, вот, ну и как бы хотелось их не мое мнение услышать. Вот, эту картину я уже отшил сам. Это тоже фирма Даме. Печать на канве. Зашив практически полный. Ну, можно сказать, что полный. То есть вот есть места, вот где вот это вот белое. Вот. Это просто канва. То есть тут буквально чуть-чуть не отшивается. Остальное все полностью зашивка. Вот. Вся краска отошла очень хорошо. Нитки не полиняли. Что в этом работе, что в этом наборе, единственное, может быть, он давно лежал. Может быть, нитки где-то были взяты, которые давно лежали. 2-3 цвета где-то в районе этого рвались. То есть рвались посерединке, там, с краю, там, в начале, в конце и так далее. Вот, хотя вот эту работу я отшивал одной иглой, вот, шил ее по цветам. И то есть какие-то нитки хорошие, какие-то не очень. Вот, но ничего страшного, то есть ниток осталось довольно-таки много, то есть на пол этой работы еще хватит. Вот, вот такой коттеджик. И самая моя первая работа, это карпы от фирмы Даме. Это тоже печать на конве, это моя самая первая, половина моей первой работы. Потому что первых вот этих вот, вот четырех карпиков отшила жена. А я уже добил вот этих вот оставшихся 5. Вот. Вот это как бы картина, моя самая первая. И как бы мне это хобби стало по душе. Одно из хобби, чем я увлекаюсь. Вот такие карпы. Вот. Канва здесь тоже хорошая. Ниточки тоже остались. Хороший запас. Вот, но здесь нитки хорошие, ничего не перетиралось, не узлилось, не путалось, все было хорошо и замечательно. Вот такие вот карпы. Сам фон, это уже, конечно, сама канва нарисованная или там как покрашенная. Вот, вся краска тоже отошла, нитки не полиняли, и тоже получилось вот так вот. Ну вот такой сегодня был небольшой обзорчик по продвижению и по бывшим работам. Всем спасибо. Кому понравилось, подписывайтесь, оставляйте комментарии, отвечу. Всем пока.